Куда? Куда, господа? К тебе поедем, Джинго. У меня все забрали. А ко мне это куда, брат? А, ну да. Тогда поедем к Эзелю. Брат Али, его дома печатали. Так к кому поедете, господа? Давай к тебе в таком случае. Кому поедете, господа? Здесь, брат Али, здесь. Смотри, сколько мы наездили. Вот черт! И что теперь будем делать? Как будем расплачиваться? У тебя есть? Есть деньги? А у тебя? Кто останется? Орел или решка? Думаешь, я доверюсь тебе? Орел. Я оставляю друга, но скоро вернусь. Хорошо, идите, брат, я подожду вас здесь. Пойдем, пойдем. Осторожно, осторожно, сюда, сюда. И откуда ты родом? Самсун. Самсун. У нас в Самсуне живут родственники. Бафра, а ты? Нет, брат, я из Хавза. Слышал, Хавза? Не зря так называли, и вправду красивое место. Там не то, что здесь. Чистейший воздух, такой чистый, что словами не передать. А здесь что, выхлопные газы, да и только. Запах гари повсюду. Но что поделать? Знаешь, там никакого будильника не надо. Просыпаешься с пением петухов. А что здесь? Только и слышны сигналы автомобилей. Но что поделать? Брат, знаешь, там вообще тишина, а тут... Здесь вообще... Сигнал автомобилей, я понял. Тогда собирай свои манатки и проваливай, никто тебя не держит. Открой дверь, зачем ты ее запер, придурок? Открывай дверь. Открой дверь, я тебе сказал, петушиная голова. Открывай дверь. Договорился? И ты, и твои планы мне осточертели. Что это за место? Наш дом. Сдается в аренду. Молодец. Поздравляю, Джингис. Если бы ты был агентом по недвижимости, давно бы оказался на улице. Я и так на улице, брат Али. Если будет возможность, давай покрасим один этаж, Джинго. Это пойдет на пользу помещению. Тогда разрабатывать тактику надо было тебе. Таксиста ударил, это место превратишь в развалины и найдешь неприятности на наши головы. Не нервничай, Джингис. Вот посмотри на своего друга. Он просыпается. И что он будет делать, по-твоему? Думаешь, скажет, мои дорогие братья? Он снова разозлится на нас, встанет и уйдет. Джингис, я голоден. Брат Али. Чего тебе? Что, что, хочешь икры? Ужасная ситуация, да? Когда я увидел мэра там, денег нет, идти некуда. Дядя, конечно, много крови нам выпил, но
Он был как неприступная крепость. И что ты хочешь сказать? Как будем спасаться? И что, что ты хочешь этим сказать? Ты что, не понимаешь? Мы с тобой вдвоем. Как спасем Умера? Я говорю об этом. Джингис, ты впервые заговорил по-человечески. Я вижу в тебе потенциал. Молодец. Держи. Что там внутри, кроме кетчупа? Не спрашивай. Я знаю, где мы будем спать. Только в этой комнате есть мебель. Я лягу здесь. Что это за звуки? Опять Али играет со своими щипцами. Какие щипцы? Это подо мной. Подо мной. Тогда не шевелись. Это ты не шевелись, еще упадешь на меня. Как скажете. Это единственное, что я пока не сделал. Спи. На самом деле ты все спланировал. Чтобы я был подальше от Умера. Это не смешно. Тогда почему у тебя улыбка до ушей? Ничего подобного. Темно, ты видишь в темноте. И этому тебя дядя научил. Нет. Когда находишься во мраке 8 лет, привыкаешь видеть в темноте. Пока я жив, ты не останешься в темноте. Это не совсем то, что я подразумевал, но... Джингис, помнишь, ты спрашивал, как? Я тебе отвечаю, хороший, плохой и некрасивый. Брат Али.